Сергей Иванович, ну сегодня был вообще очень странный случай на приеме. Мы немножко в шоке, я лично в шоке. Расскажите, пожалуйста, вкратце, что за ситуация и как видите решение? Вы знаете, я тоже впервые столкнулся с таким случаем, когда обратилась семья, практически, которая сегодня преследуется, подвергается и моральному, и, я не побоюсь этого слова, физическому давлению, как они это связывают, за то, что они вывесили у себя на окне в рамках поддержки специальной военной операции букву «З» за своих, и у них периодически разбивают сегодня стекла. Были, как они говорят, это нужно проверить соответствующими органами, выстрелы с пневматического оружия в окно. У них подвергалась разбиву машина, порезу шин. Их периодически преследуют, да, назвали они человека, который угрожает им. И, соответственно, я обращусь в компетентные органы для того, чтобы, проверить те заявления, которые поступили от них, еще раз посмотреть, что там, почему их не принимали, эти обращения, какие угрозы они получили, чтобы с ними побеседовали, и, естественно, привлечь к того человека, в отношении которого они это говорят. Это нужно обязательно проверить, потому что такого у нас не было, и такое недопустимо, чтобы когда у нас есть специальная военная операция, когда мы делаем все возможные действия в поддержку наших участников специальной военной операции, их семей, именно собираем гуманитарную поддержку и помощь. Есть люди, те, которые открыто говорят о правильных действиях, подвергаются угрозам и, по большому счету, такому постоянному давлению со стороны некого человека, который это делает открыто. Названа фамилия, соответственно, названо место его проживания и соответствующие запросы я направлю.